захват плоскости ножа и обезоруживание. При исполнении этой защиты сильно развивается интуиция и мышечная чувствительность. Защищающиеся не видят направления удара атакующего. Поэтому, прогибаясь назад, он увеличивает расстояние между своей спиной и движущимся оружием для увеличения времени на определение зоны поражения. После того, как рука взята на болевой прием, кисть сгибается в направлении внутренней стороне предплечья, пальцы разжимаются, и оружие меняет владельца.